Друзья, сегодня рано утром на телевидении произошла ужасная трагедия. В одной из телепередач в прямом эфире стало плохо известному российскому актеру театра и кино, которого знает вся страна, Александру Носику. Ему стало плохо, и он потерял сознание прямо в прямом эфире. Ведущий остановил съемки программы. Была вызвана бригада скорой помощи, на которой Александр Носик был госпитализирован в больницу. Сейчас он находится в 16-й городской больнице города Москвы. В каком состоянии, пока никто не знает, так как медики к нему никого не пускают. Друзья и родственники пока не комментируют данную ситуацию, ссылаясь на то, что толком ничего сами не знают. Мы будем ждать и надеяться, дорогие зрители, на хорошие новости. Завтра рано утром продолжение этого выпуска на нашем YouTube-канале. Подписывайтесь на наш канал и следите за нашими новостями.